В Шымкенте многодетные матери сегодня штурмовали городскую администрацию. Около 70 женщин пришли за квадратными метрами. Якобы у многих уже подошла очередь на получение жилья, но квартир так никто и не видел. Чиновников обвинили в обмане и потребовали назвать точные даты распределения. У меня 6 детей, в очереди стою больше 7 лет. Очередь уже подошла, но с октября-ноября прошлого года чиновники нас выпроваживают пустыми обещаниями. Каждый месяц обещают жилье. Мы уже устали от обмана. На встречу с разъяренными женщинами решился выйти заместитель акима города. Он сразу уточнил, жилье уже построено. Осталось лишь устранить некоторые недочеты. Мол, пандемия вмешалась и испортила планы. Сейчас чиновники стараются наверстать упущенное и обещают, к концу года почти 500 многодетных семей получат свои заветные метры. Многодетных будет 378 семей. И до какого периода времени будет? До 1 апреля будут разданы эти дома, будут вручены квартиры. Сейчас есть вопросы распределения. Мы четко по списку, по очередности пойдем и все это распределим.